Когда горят огнем витрины на старых улицах Москвы, нетрудно встретить этого мужчину небесной красоты. На нем всегда костюм отличный, оттенка кота с молоком, и побродить по улицам столичным очень любит он. Спросили у любого на Тверском бульваре, кто лучше всех танцует мистер рок-н-ролл, кто лучше всех играет Пресли на гитаре. Наверное, каждый ответит, конечно, Бася. Бася, Бася, ну кто его не знает, Бася, 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 стиляга из Москвы. Пойдите в театр «Современник», на вечеринку в Дом кино, в таких местах всегда вы непременно встретите его. Футбольный матч «Спартак» «Динамо» и перепаны «Стадион», а это кто сидит с красивой дамой? Ну, конечно, он. Спросили у любого на Тверском бульваре, кто лучше всех танцует твист и рок-н-ролл, кто лучше всех играет Пресли на рояле. На это каждый ответит, конечно, Бася. Бася, Бася, ну кто его не знает, Бася, Бася, Василий Стиляга из Москвы. Весели, ребята! Просили у любого на Тверском бульваре, кто лучше всех танцует твист рок-н-ролл, кто лучше всех играет Пресли на контрабасе. На это каждый ответит, конечно, Бася. Бася, Бася, ну кто его не знает, Бася, 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 стиляга из Москвы, стиляга из Москвы, стиляга из Москвы. Браво!